Добрый день, уважаемые коллеги. На полях Брещины начинаем демонстрацию тяжелой дисковой бараны Лемкин Рубин 12. Машина, основное ее назначение это обработка почвы с большим содержанием растительных остатков. Вот, в частности, что мы и демонстрируем на работе на легких торфяниных почвах. Машина не забивается, Благодаря большому расстоянию между первым и вторым рядом дисков, специальные пластины осаживающие, которые опускают землю и растительные остатки, машина не забивается и происходит выравнивание почвы, а дальнейшее идет прикатывание. Машина имеет 72 сантиметра диаметра рабочий диск, что позволяет работать до 25 сантиметров на глубину. Благодаря новой системе расположение дисков а, на машинах Рубин, машина не имеет бокового ввода. То есть первый ряд по отношению ко второму смещены, и машина не уводит в сторону, даже работая на разную глубину, которую можем делать. На данную машину можно еще оборудовать систему дополнительно подсева мелких а, культур, сидератов, даже травы. А, как видим, то, что получается на поле, за один проход машина подготавливает и вырезает всю кукурузу. В данной машине а, Отдельно устанавливается диск большого диаметра, 72 сантиметра. Каждый диск стоит на индивидуальной стойке, который не боится любых препятствий. Узел полностью необслуживаемый, не имеет ни одной точки смазки и не имеет никаких регулировок. То есть как есть, так есть. То есть механизатору не нужно никаких предпринимать действий для настройки или регулировки данной машины. Машина имеет очень простую систему регулировки. Не нужно крутить никаких дополнительно болтов этих путем поворота пластины. Машина. ребенка опускается равномерно с одной и со второй стороны на заданную глубину. Такое же решение имеет простая регулировка возвратных пластин, которые возвращает обратно землю, перемещенную от последнего ряда дисков и они возвращают на ее положение. То есть основное предназначение вернуть землю назад на ее место, где она лежала. На данной машине практически нет точек смазки необслуживаемых. Это только поворотный палец на дышле мажется, складываемые цилиндры, которые рамные складываются, и рамные цилиндры для складывания катка. Каток полностью не имеет ни одной точки смазки, что облегчает работу механизатора.